Каир является крупнейшим городом в Африке с населением более 19 миллионов человек. Жара, пыль и шум – неизменные спутники городской жизни, а дорожное движение часто замирает в пробках. Однако Каир многое может предложить своим туристам. Египетский музей располагает несравненной коллекцией, а исламская архитектура доставляет огромное удовольствие. А уличная жизнь дает настоящий культурный опыт. Оставайтесь со мной до конца этого видео, и я вам покажу интересные кадры, снятые моим мужем во время этой поездки. Он приехал в Египет для получения визы в Казахстан, и мы долго думали, где ему снять гостиницу – возле посольства, далеко от центра или в центре Каира. И спустя какое-то время мы решили остановиться в центре Каира, так как все будет в шаговой доступности. И где кипит жизнь Каира? Гостиницу выбирали с таким, чтобы не прям дорого было, так как он был там целых 2 недели. В Каире много зданий, построенных в европейском стиле, европейскими архитекторами. Но и также очень много древних мечетей, церквей из разных дворцов. Я думаю, для творческих людей очень многое можно почерпнуть для себя и перенести это на бумагу. А то есть узоры, цвета в городе, в сооружениях, купола, колонны – это прям целая кладезь. Например, Египетский музей древности углубит ваше понимание Древнего Египта и поможет оценить его по достоинству. Поэтому обязательно захватите блокнот и карандаш, чтобы делать зарисовки интересных деталей, а их там будет прям очень-очень много. И вообще говорят, то, что нужно провести от 3 до 5 часов, а в идеальном случае нанести 2 визита в этот музей. Seen you smile.
Конечно, быть в Каире и не посетить пирамиды – это просто невозможно. Обязательно сходите туда и вкусите этот великий дух. Эти гигантские каменные строения не перестают удивлять своей внушающей монументальностью. Пирамиды служили гробницами для могущественных фараонов Древнего Египта. У меня есть отдельное видео, где со многих ракурсов можно увидеть пирамиды и их масштабы. И да, будьте очень внимательны, так как уличные торговцы продают иностранцам, а особенно русским, все по завышенной цене. Да, конечно, бы хотелось сказать, посоветовать вам провести вечер или день на реке Нил. Великий Нил разделил Каир пополам. На правом берегу расположился старый город с историческими достопримечательностями, а на левом, на западном берегу, вырос современный Каир. Очень много интересных ресторанов и лодок можно увидеть и получить особое настроение. У меня муж арендовал большую лодку один, так как поток туристов снизился, а местные готовы зарабатывать ну хоть что-то. Поэтому он был только один на лодке, а лодка ну просто огромная. Каир это, знаете, город на любителя, потому что кто-то увидит потрясающую историю города, а кто-то грязь и антисанитарию. Поэтому перед тем, как ехать в Египет, я вам советую построить хороший план для визита в эту страну. И, конечно, не забудьте приобрести сувениры, специи, украшения и одежду. И да, у меня новые две абайи с Египта. Обязательно сделаю обзор, покажу вам качество пошива. Оно очень интересное. Поэтому, кто еще не подписан на мой канал, то обязательно подписывайтесь, оставайтесь со мной. И большое вам всем спасибо.
спасибо за просмотр, что остались до конца в этом видео со мной. Желаю вам много-много интересных поездок. Жду вас в комментариях, пишите мне ниже. И всем до скорой встречи из Казахстана. Пока-пока!